весьма символично, что мы начинаем свою работу здесь, в Тюменской области, потому что Тюменская область по итогам последних результатов национального рейтинга и прошлого года, и этого года показала весьма впечатляющую динамику по практически всем показателям. Это говорит о том, что действительно есть и лучшие практики, есть очень качественная управленческая команда здесь, которая может и двигаться вперед, и видеть свои недостатки, и избавляться от этих недостатков. И, конечно, я это знаю, что в Тюменской области очень сильно и качественно работают деловые объединения, которые всегда, я так понимаю, готовы подставить плечо руководству области во всех идеях и начинаниях.